что, продолжаем нашу поездку. Как вы знаете, Краснодар, Кемерово. Сейчас мы находимся под Воронежем. Ночевал я сегодня здесь перед под Воронежем. Сейчас буду поворачивать через тут, не помню, тут осталось километров 20, и мы будем поворачивать на Саратов, на Борисоглебск, на Саратов, и пойдем здесь этой дорогой. Через Волгоград не пошел, потому что нашел здесь дорогу. Здесь более-менее еще по платке идешь без проблем, чем там через Морозовск, через Волгоград, там, через Камыш. Не очень мне там нравится ездить. Там. Дорога узкая и... Ну, короче, не нравится. Здесь нормально. Продолжаем мы нашу поездочку. Сейчас поспал, выспался, сходил позавтракал. Три яичка. Яички я кушал. Жареные. Яички. Правда, таких два маленьких кусочка колбаски там было. Или три даже. Три маленьких кусочка колбаски. Кофе и сырники, два штучки. Вот такой скромный завтрак дальнобойщика. Только что мы были с вами. Плюс 4, Краснодарский край, тепло, весна. И вдруг мы оказываемся в Саратовской области, а тут оказывается еще, ребята, зима. Ёлки-палки, что делать? Вот какая, оказывается, у нас огромная страна. Можно, короче, проехав с одного конца, нет, даже не с одного конца, а в другой, это другая будет история, а поперек нашей страны, внизу, около Черного моря, у нас будет плюс, будет весна. И если мы поедем туда-сюда по карте вверх, то вот уже в Саратовской области уже зима, а температура минус 4 градуса. А потом, если туда там подниматься выше, там вообще будут морозы. Где-то в Ханты-Мансийске, туда-сюда, там вообще будут морозы и очень холодно. Но если вы подойдете лицом к карте, я вас очень прошу, посмотрите направо. Дальний Восток находится с правой стороны. На Дальнем Востоке, например, люди ложатся спать. А посмотрев налево этой карты, ближе к Европе, это Москва, Санкт-Петербург. Здесь люди только встают. Оказывается, вот сколько у нас часовых поясов расположены на нашей Российской Федерации. И какая у нас огромная страна. Но дальше говорить не буду. Молчу. Воронежская область закончилась, и вот мы сейчас в Саратовской области. И вот тут такой вот ну, зима, что сказать, зима пришла опять очередной раз. И здесь вон, не знаю, что тут творится. Что-то вон все тут буксуют, что-то вылазят откуда-то, что-то пытаются, непонятно. Или этот не может выйти, завис, подвис. Или что-то здесь такое творится непонятное. Там вон эти, или рыбаки, или что это такое там, или строители там что-то собираются строить. Что-то здесь непонятное. Джипа что ли хотят вытащить, не пойму. А, кто-то въехал, вон разбита морда у джипа. Здесь, похоже, улетел по этому льду-то. Да-да-да, вон джип стоит. Ух ты, какой лед-то хороший. Прям не тронешься. Че у них тут, ралли Париж-Дакар, что ли? Они этим хотят, этим. Трал спустил им хвост туда-сюда. Вот они тут, что тут, это. Две машины улетели, гололед. Просто страшный гололед, они просто ушли туда, в это. Вот буквально пятачок. Маленький пятачок, вот буквально 100 метров. Два джипа в кувете. Ох, жизнь водительская, не сахар. Саратовская область.
Опа-на! Ой, куда я попал? Ой, воронет! Ой, черный ворон! Галки, галки! Галки, черт! В Саратовской области у нас зима, я уже говорил туда-сюда. И этим, короче, дорожниками даже и не пахнет на дороге иногда. Сейчас вот надо здесь немножко хотя бы это пробивать машину, чтобы не задувало. Метет, задувает, и тут же все леденеет. На улице минус 2 градуса, и сразу вам все за это. Ну, короче, лед. Опять очередной катаклизм пришел откуда-то, а мы его и не ждали. Стоянка, вертолет. Какой тут вертолетчик стоит. Все, хотел поближе его подойти, сфотографировать, снять. Такой вот красавец. Вот такой вот мотель, вертолет, кафешка, тут все короче. Автостоянка, по дорожной сети здесь стоим, пришлось возвращаться ночью, ну как бы вечером, вчера ехал, посмотрел, дорожная сеть у нас здесь, и потом перед Сызранью на 111 километре что ли. Отсюда 200 километров, а время уже было 9 часов. Пришлось вернуться, так как вот еще красивое место. Здесь, наверное, будет летом очень это. Если бассейн здесь и водопад вот такой вот сделанный. Думаю, будет красиво. Так, ну что, нам место освободили. Я вчера, когда заезжал, думаю, надо дорожку оставить. Все-таки я ведь такой человек, за всех забочусь. А утром встал, хотел пораньше выехать, а вот это место здесь вот взяли и забили. И не проедешь, проезд забили просто. Оренбургская область. Урана завалили все. Это впереди нас идет шнекоротерный снегоочиститель, называется ШРС, шнекоротерный снегоочиститель. Расширяет дорогу, раскидывает он все снег, просто подрезает, откидывает в сторонку. Погода минус 6, ветер очень такой. Солнечная погода хорошая, но как бы ветер и очень сильный, все здесь это метет. Вот он, этот шнекоротерный снегоочиститель. Вот такой вот. А у него впереди стоит ураловский движок. Я не знаю, может дизель, может карбюратор или что-то это. Наверное, дизель сейчас вот давно уже на дизеле переделывается. А сзади стоит танковый 12-цилиндровый двигатель такой. Огромный, большой. Несколько сочленений, где идут, там крутится шнек, там вставляются срезные болты, крутится сам вентилятор, там внутри стоит вентилятор, который откидывает этот снег, там тоже стоят это срезные болты. А для чего стоят? Чтобы, например, когда, если вы попадете там, ну, камень или что-то такое, чтобы не разворотило там у вас эти шнеки туда-сюда. Болты просто срезаются и останавливаешься. Отъезжаешь назад, по новой все это вставляешь и начинаешь, короче, дальше работать. Скорость движения этого вот автомобиля крейсерском, это, ну,
без работы. 45 километров в час, он больше не едет. У него такая вот крейсерская скорость. У него там мультираздатки стоят всякие туда-сюда. И можно, короче, вот очень большую пробивать снег, да. Он, вот там скорость движения будет, если включить, например, первую передачу, самую пониженную, то у него там может за час вы 20 метров проедете. Такая вот у него такое движение, такая вот машинка. Так, едем потихоньку. Переезжаем самый длинный мост в России. Это территория Татарии. С Татарии мы переезжаем сейчас. В Башкортостан будем переезжать. Мост будет сейчас тут, ну, длиной. Сейчас сами посмотрите, какой. Очень длинный мост такой. Это в районе город Октябрьский. Ну, Октябрьский уже, наверное, это Башкирия. А сейчас мы переехали только вот границу. Здесь вот он мост, вот он мост. Вот мы поехали по самому длинному мосту. Вот шуруем. Вот вы видите, теперь мы по нему проезжаем. Так, вот уже конец моста. Все, проехали через мост. Теперь поясню, почему он там считается самый длинный мост в России, наверное, так скажу. Ну, или это я просто так выдумал, знаешь, в России. Здесь, в этом месте, в поселке, вот, ой, не поселке, в городе Октябрьском, и вот именно на этом мосту проходит граница часового пояса. И когда едем из Татарии, в Татарии московское время, здесь уже как бы уральское время, разница с московским на 2 часа. И вот мы сейчас проехали по этому мосту, проехали по мосту. С той стороны было время 18 часов 10 минут. Переехав через этот мост, здесь время 20 часов 10 минут уже на 2 часа. Вот он и долгий мост такой длинный получается, что аж целых 2 часа мы по нему ехали. Здесь было в свое время интересный такой, ну, байка от Витяя, еще такая небольшая, на минутки две, там, три. Короче, у них вот рядом там Александровка, это Татария, а здесь Башкирия, часовой пояс, я уже как сказал, 2 часа разница. И получается, как бы здесь магазин закрывается, ну, раньше торговали водку, например, до 7 часов, там, с 10 до 7, а там еще торгуют, и, короче, все бегут туда за водкой, в другую область, потому что там еще 2 часа магазин открыты. Всем всего доброго, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до свидания.